Разом мы можем усе. Больше как 60 человек приняли удел у инклюзивным пробегу по центральной улице Гомеля. Про спорт до здорового життя. Такие меты ставили перед мероприемством организаторы. Областное объединение инвалидов-спинальников. Забег объединял людей с инвалидностью и усих неравнодушных горожан. Спорт не только необходимая частка реабилитации, але и самый короткий шлях до того, как вернуться до активного життя. Отлеглость удельникам необходимо было переодолеть невеликую – от площади Ленина до сквера имя Громыки. Однако не выники стояли на коне. Головное – показать, что люди с инвалидностью являются неотъемной часткой громадства и живут полновартостным житцем. Конечно, нужно формировать в обществе положительный имидж о людях с инвалидностью. Это главное. Потом налаживать партнерские отношения как между людьми, так и между общественными организациями, государственными структурами. Это целый пласт проблем, работ, которые нужно совместно вести. Поэтому такие вот мероприятия, они как стимулируют этот процесс. На финише пробегу у сквера имя Громыки разместился инклюзивный город. Тут державные, громадские и некоммерцийные организации и товариства продемонстрировали, как ведется работа по реабилитации и социализации людей с инвалидностью, долучению их до активного громадского життя. Особная частка экспозиции – выники творчей деятельности людей с инвалидностью.